Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами я, Гремлин Серж, и мы в Dead Space пытаемся достать глицерин, чтобы сделать будум и открыть себе проход. Так, я что-то немножечко пересрался. Не был я готов к открытому космосу. Баллонов у меня нету. Время не тратим. Идем себе быстренько. Здесь я все собрал. Ишимура можно настроить разную силу тяжести. В зоне невесомости твои гравиботы активируются. Мысли я не могу прыгнуть на поверхность. О, боже ж мой! Так, мне тип сюда и надо. Окей.
Но вопрос другой. А вторую батарейку мне зачем дали? Зона гравитации. Отлично, ты достал электроподушку. Теперь прикрепи к ней термит и цепляй все на баррикаду. Дерьмо. Зона. Я слышу твари. Лезут по вентиляции. Береги себя, Эйзек. Получилось немножечко дерьма, если честно. То, что потратил я больше, чем сэкономил. Точнее, получил. Но вопрос в том, что я делал это больше, знаете, ради кредитов. Космосом на самом деле была достаточно классная вещь. В полном вакууме, без звука, этим они же очень шумные, эти монстры, и вот ты такой бежишь в полной тишине. Такой...
Вот про это я и говорил, что появляются они очень шумно, эти мрази. А тут полный... Там что-то есть? Нет, ни хрена у меня ничего нету. Замечательная херовина. Так вот дешево и абсолютно неинтересно вы мне стену разрушили, да? Ладно, давайте, я готов. О, какую-то схему я схватил где-то. Это типа для импульсной винтовки. Давайте, наверное, ее и купим. Раз теперь у нас хотя бы мы можем в магазине себе позволить покупать эти заряды. Давайте я одну стазисную батарею продам. И еще я хочу себе все... Вот, хоть убейте. Я куплю себе один силовой узел, потому что я думаю, это вложение хорошее. Thank you.
Давайте до верстака сбегаем. Один силовой узел. Знаете, это теперь уже дело принципа. Я теперь хочу сюда забраться и узнать, что там. Я не читал в первый раз. Стазисные батареи, прошу прощения, но вы отправляетесь в магаз, потому что я вот почему-то не думаю, что они сделали мне И если там сейчас будет импульсная винтовка или что-нибудь такое, я пойду и просто вскрою себе вены ванной. Либо еще известно, что это важнее всего. Важнее операции или даже компании. Думай, что говоришь. Там внизу умирают люди. Только бесполезные и неверующие. Но я верю. А ты, Теренс, веришь? Скажи. Ценная электронная деталь может быть продана за кредиты в магазине. Окей, возможно, я сейчас отобью немножечко своих денег. Возможно. Потому что большая аптечка стоит дорого. Но это же не все, да? Это же не все двери. Там была еще одна дверь, которую... Я не мог открыть. Ладно, бог с ним. Даже две двери.
Большая аптечка 5000. Одна плазменная энергия. А, это 600 стоит. Ну такое себе, если. Ну ладно. Нет, я все равно остался с писюном. 10000 стоит силовой узел. Но я 5 и 3, это 8 и. Ладно. Зато лора получили немножечко. Хорошо, ты прорвался. Отсюда ты доберешься до морга. Помни, коды находятся на теле капитана. Говорит старший медик Николь Бреннан. Передаю по общей связи. Нам нужна помощь. Не хватает людей, чтобы справиться со всеми случаями заболевания. Нам не сообщают, что происходит. Эти раны. У нас нет оборудования, чтобы их лечить. Боже. На стол его. Сестра, держите крепче. Господи, конец записи. Это была Николь, да? Отсюда я не могу понять, когда сделали запись. Уверен, она где-то рядом. Вот не хочу я идти вон туда, когда знаю, что тут есть такая вот дырка. Как я понимаю, шмот тут у нас генерируемый, или я вовремя купил импульсную винтовку? Прям предугадал тайминг геймдизайнера. Thank you.
мне сюда и надо. Отсюда. Отсюда я пришел. Эллен Фиск, я только что проснулась, а вокруг никого нет. Я не знаю, что происходит. Почему они все ушли? Попробуй найти хоть кого-то. Если вы меня слышите, пожалуйста, заберите меня отсюда. Я слышу, как что-то скребется за стеной. Эй? Кто здесь? Вы доктор? Почему все... Погодите, я знаю вас. Вы Гаррис, заключенный из колонии. Вы убили ту медсестру. Помогите! Кто-нибудь, помогите мне! Умоляю! Помогите! Как база данных открывается теперь? Ладно, я просто хотел перезарядиться и
взял текстовое сообщение случайно. И все, вот ради этого я столько времени вашего потратил, чтобы увидеть. Список имен. Лол, кек, чебурек. Надо так забавно на меня оглянулась, такая типа. Ты кто такой? Я вас вызвал! Идите на! Вот примерно как тот дед. И чё, вообще никаких вкусняшек вы мне тут не дадите? Исследовательский журнал от доктора Т. Кейна, старший офицер по науке. Кому? Капитану Б. Матиусу. Бенджамин, в дополнение к нашему предыдущему разговору, я хотел бы попросить тебя повременить с доставкой обелиска с планеты на борт на денек-другой. Уверен, ты знаешь, что я сильнее кого-либо еще хотел исследовать этот удивительный артефакт. И понимаю, что ситуация в колонии заставляет тебя действовать быстро. Но в этом как раз и вся загвоздка. То, что происходит внизу, невозможно объяснить каким-либо естественными причинами. И нам необходимо время, чтобы досконально проанализировать ситуацию. В свете моей последней беседы с доктором Мерсером, я хочу спуститься вниз, чтобы вместе с доктором Циарелло и Вейланд провести тщательные клинические исследования. Thank you.
журнал, старший офицер по науке доктор Кейн, запись. Меня очень тревожит то, что происходит в колонии. Уверен, это как-то связано с найденным обелиском, но как именно, не установлено. Почти у 40% колонистов замечены признаки психического расстройства. Наиболее явные симптомы – острая депрессия, бессонница, галлюцинации. Случаи насилия и убийств указывают на растущую паранойю. Доктор Мерсон предложил доставить нескольких больных на борт для обследования. К тому же психиатр колонии доктор Велланд признался, что не может объяснить происходящее, и зашел в тупик. Мне не нравится идея привлечь доктора Мерсера, но сейчас необходим его опыт. Нам нужно решение проблемы, и как можно скорее. Да, у него номера, которые есть. Морд хорош. Черню нужно отправить на тот свет мотор. Замечательно. Может быть, самое время попробовать нашу новую штуку. На дерьмо. Коды получил, все подходит. Слава богу. Я попытаюсь просмотреть записи капитана, а ты пока отправляйся к транспортной станции. Свяжемся уже там. Нужно разобраться, что, черт побери, случилось с этим кораблем. Медицинский журнал «Доктор Д. Домус», патологоанатом. Отчет о смертельных случаях на борту корабля. Объект капитан Б. Матиус. Это моя скорбная обязанность сообщить всем о том, что капитан Бенджамин Матиус мертв. Сообщения о событиях, приведших к его смерти, крайне запутаны, поэтому мне приходится оперировать лишь данными вскрытия. Объект находится в превосходной физической форме для своего возраста, хотя анализ крови обнаружил низкое содержание лейкоцитов при беспрецедентно высоком уровне
эозинофилиновых лейкоцитов. Данные его предполетного обследования не содержат никаких указаний на то, что капитан был чем-то болен, хотя даже при нынешних показателях аномалия крови не стали бы причиной смерти. Множественные ушибы на руках и предплечьях свидетельствуют о том, что объект перед смертью оказывал активное сопротивление. Кровоподтеки на грудной клетке заставляют предположить, что объект перед смертью был связан. Причина смерти – удар длинным тонким предметом в глазное яблоко с дальнейшим повреждением лобных долей мозга, что вызвало серьезную нейротравму с последующим летальным исходом. Чтобы нанести подобную травму, требуется значительное усилие, а вероятность несчастного случая с подобными результатами крайне мала. На основании всего вышесказанного я выношу предварительный вердикт – насильственная смерть. Кто именно был ее причиной, находится уже вне моей компетенции. Единственное, что мне сейчас стало немножечко грустно, так это то, что он не воскресил этот трупик. Так, давайте, наверное, большую сожрем одну. Или я зря, она восстанавливает полностью все здоровье. Просто я... Опа, силовой узел. Опа, 100 кредитов. Малая аптечка. Тут закрыто. Возможно. Часть комнат откроется после прохождения. Что там с тобой, молодой человек? Мне кажется, вам немного плохо. Возможно, есть такое у меня предположение. А еще, как я уже и говорил, мне стало грустно, потому что он вот этого вот парня воскрешал. Опа, а мне что, сюда что ли? Мне реально сюда. А это вот эта дверь, которая... Все. Я понял. Вот. И из этого монстрика вывалилась вкусняшечка. Теперь я эту вкусняшечку не получу. Не слишком-то эти вкусняшечки, конечно, и полезны, потому что, знаете, 25 патрон к винтовке, ну, это такое себе. Такое себе, если учесть, что я, наверное, около сотни выстрелил. В этих двух ребят. Ну ладненько, пошлите дальше. Куда это меня приведет? Я ж здесь был. Да, я здесь был. Или не здесь я был, а в похожей комнате. Нет, наверное, я был в похожей, иначе бы я вот это все не пропускал бы. Да и трупов тех мелких чудил щупальцами тоже не вижу.
А, вот здесь я был. Тогда почему я столько вкусняк попропускал? Стыдно должно быть. Да. Вот здесь я был. Вот здесь я был, а в этой части... Я либо такой невнимательный оказался. Там дырка в стене огромная. Айзек, одна из этих тварей пробралась в каюту капитана. Я сумел загнать ее в поврежденную спасательную капсулу. Так, ввожу коды доступа. Нашел борт-журнал. Что бы это ни было, все началось еще на планете, которую они расковыряли. Дрянь расползлась повсюду. Айзек, это не инфекция. Это инопланетная форма жизни. Да, у нас проблемы. Двигатели корабля не работают, орбита сужается. Немедленно отправляйся в машинное отделение. Я пока останусь здесь, найду, в чем загвоздка. Мне немножечко грустно от того, что они не показывают коридоров, точнее, они показывают коридоры, в которых мы были, но не подсвечивают их. То есть вот сейчас я открываю карту, я не пойму, где я был, а где я не был. Я сюда пошел, я хочу свой стазис, да, сюда пошел. Покачать. Ладно, копим, потому что скоро может быть появится новый костюм. Вот. Пока что мне всего хватает. И судя по всему, мы сейчас пойдем как раз в те самые комнаты, в которых не были еще. Или постойте. Или мы уезжаем?
У нас две проблемы, и времени в обрез. Первое. Топливо не поступает к двигателям. Второе. Вышла из строя гравитационная центрифуга, а это значит, что несколько триллионов тонн камня тянут нас вниз. Ты должен запустить центрифугу, возобновить подачу топлива и включить ускорители, чтобы я стабилизировал орбиту. И да, сэр, конечно, сэр, я согласен, сэр. Легко командовать людьми, которые не разговаривают. Хотя вот это вот на самом деле очень сильно напрягает. Либо они бы... Я-то просто знаю про все три Dead Space теперь. Вот. И они бы либо гнули бы свою линию с молчащим Айзеком, либо что. Но по-любому они и не думали, что этот Dead Space так сильно выстрелит. И, возможно, и на продолжение не рассчитывали. Потому что Electronic Arts, все дела... Личный дневник. Исполняющий обязанности главного инженера Джейка Темпл. Запись. Прошло всего два дня с момента, как они вскрыли планету. Как погиб капитан. Паника, мятежи. Все это было только началом. Наши друзья, коллеги, они стали возвращаться. Изменившиеся. Возвращаться, чтобы убивать нас. Сегодня утром пропал Ракер. И я подозреваю, что он уже мертв. Моя команда. У них встают нервы. Я присматриваю за ними, но сейчас появилась проблема посерьезнее. Мы теряем топливо. И двигатель стал работать с перебоями. Дендерс и я попробуем добраться до топливного отсека. Посмотрим, что к чему. Темпл, конец записи. А, это совсем с другой стороны, да? Так, ладненько, пора сохраняться и заканчивать серию. Думаю, в самый раз начать именно здесь. Так что, пока-пока. Ставьте лайки, пишите комментарии, бла-бла-бла-бла-бла, все знаете.